Здравствуйте. Вы мне помогли, как сын. Спасибо вам. Еще год назад поводов для радости у Татьяны Закаблуковой не было. Став жертвой мошенников, инвалид второй группы лишилась единственного жилья и оказалась на улице. Сегодня встречает главу уже в новой квартире. Этой весной Татьяна Михайловна пришла на прием к Дмитрию Волошину, попросила помочь. Уже в мае ей предоставили муниципальное благоустроенное жилье. Здесь есть все, что необходимо для жизни. Также администрация помогла перевести мебель и личные вещи с прошлого места. Я очень вам благодарна. Спасибо вам большое. Вот в первую очередь губернатор наш Андрей Воробьев, с его помощью, конечно, мы сделали, без него мы не могли бы это сделать. А мы здесь уже на месте все организовали, всего лишь. Глава округа передал Татьяне Михайловне букет цветов, подарочный сервиз и продуктовую корзину. Заодно проверил, как исполнили его поручение.